Новости. 19:45 на часах в студии радио «Тихий Дон». У микрофона Анастасия Челокьян. Здравствуйте. В этом выпуске. Для чего в Ростов приехали первые хирурги страны и как область заявит о себе на агрофоруме «Золотая осень» в Москве. Об этом и другом далее подробно. Первый туристический информационный центр будет создан в Ростове. Его откроют в гостинице «Дон Плаза» в этом месяце. Там гости Донской столицы смогут получить бесплатную карту города, а также информацию о достопримечательностях, заведениях общепита и работе общественного транспорта. Старейший Донской университет будет готовить кадры для аэропорта «Южный». С этой целью Южно-Российский государственный политехнический университет имени Платова открыл в своих стенах новую лабораторию магистерской подготовки «Международные логистические системы и комплексы». Она войдет в состав уникального научно-образовательного комплекса «Технология транспортных процессов». По словам директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Миноборнауки России Александра Соболева, будущее российской науки за Донским вузом. Открытие таких лаборатории, создание современной инфраструктуры – это центр притяжения талантливых детей, это центр притяжения талантливых преподавателей, которые рождают новое будущее. И то, что я сегодня увидел в университете, я был здесь впервые, говорит о том, что в России есть такие ведущие, растущие научно-образовательные центры, которые, с моей точки зрения, и будут вот таким силовым каркасом страны в будущем, определяя структуру не только науки, но и будущих производств. Основным предназначением новой лаборатории станет помощь в учебной программе, ориентированной на потребности строящегося комплекса аэропортов «Южный», а также других предприятий, входящих в транспортный кластер Ростовской области. Мост к слободе Поповка Кашарского района планируют сдать к ноябрю. Старую конструкцию демонтировали, а новую построили на 90%, сообщает пресс-служба областного правительства. Новый мост будет вдвое шире прежнего. Кроме того, по обеим сторонам сделают тротуары. На строительство из областного бюджета выделили более 18 миллионов рублей. Лучшие врачи съехались в Донскую столицу. Сегодня стартовал 12-й Всероссийский форум хирургов. Ростовские специалисты демонстрировали свои достижения в медицине. Операции транслировали по видеосвязи в других регионах России. Профессионализм донских врачей оценил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Хирургия за последние годы сделала большой шаг вперед. Мы так в народе не видим, много критики. Но введение эндоскопических методов операции, новые операции, новые подходы. У вас в Ростовской области миновала вот эта дикая оптимизация, которая идет по стране. И не затронули хирургию, так как в других областях. Это очень хорошо. Мы все ждем решения этого съезда. Я думаю, что они пойдут на благо народа российского. Съезд хирургов в Ростове продлится до пятницы. В программе дискуссии по главным вопросам современной медицины, диагностике, лечению и профилактике. Участники съезда надеются, что совместными усилиями они разработают новые подходы и методы современной хирургии. Ростовская область – место под солнцем. С таким девизом Донской регион выступит на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2015». Акцент сделают на инвестиционную привлекательность края. По электронной карте можно будет познакомиться с предприятиями, которые реализуют крупные инвестпроекты. Речь о компаниях «Евродон», «Старый сад», «Донская усадьба» и другие. Агрофорум проходит в Москве. В нем примут участие 64 российских региона и 24 иностранных государства. Делегацию Ростовской области возглавляет губернатор Василий Голубев. Эти и другие новости читайте на нашем сайте yukregion.ru. С вами была Анастасия Челокьян, служба информации «Радио Тихий Дон».